Двое рабочих получили серьезные термические ожоги в результате возгорания нефтесодержащих продуктов. Все произошло ночью на нефтяной скважине недалеко от села Верхняя Мактамаль Метевского района. Пострадавшими оказались 54-летний бурильщик и его 33-летний помощник. По версии следствия, неустановленный рабочий нарушил правила техники безопасности и охраны труда при производстве ремонтных дорог на скважине, что и стало причиной происшествия. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».